Снег озарил мою бойную душу, нет, свой покой я снегом не нарушу. Бред, полночный бред. Терзает. Сердце мне опять, а все высохло у меня. Опять. Все высохло. Трусишки высохли. Все хорошо. Парик красная маркиза. Всем привет. На канале Пиратская жизнь. Девочки, вы готовы? Та-дам! Да-да-да-да-да-дам! Смотрите. Часть мы уже убрали. Чемодан. Та-да-да-да-дам. Сюда коробочки, там туда-сюда. Вечером вчера делала этот тетрис. Складывала. Тетрис сошелся. Идеально. Тут что, вам кое-что выкинуть надо. Порылась, оказывается, у нас там старая обувь какая-то, там туда-сюда. В общем, надо ее выкинуть, она уже не нужна. У нас уже две пары старых обуви. Я думаю, совсем старую надо выкинуть. Вот, частично уже начали заполнять, да. Хотим еще вот этот пылесос убрать вот туда вниз. Мне кажется, он там влезет. Вот если влезет, будет вообще супер. И будет вообще ничего не видно. Да-да-да-да. Будет пустая комната. Вот, будет красота и лепота. Так, вчера уже сидели здесь, смотрели сериалы. Я, как всегда, тут задрыхла. Вот. Красота, лепота, наша любимая комната. Слушайте, как здорово. Нам даже подсветка не нужна. У нас она есть. Вот. Все. Прям идеально. Прям даже хочется петь. И даже наш этот не поврежден. Чего-то он не помыл вчера. Потолок мог бы помыть. Он не помыл. Надо ставить звезды. Красота. Слушайте, вот мне даже нравится вот эта вот открытая зона. Знаете, как это? Стиль лофт. Вообще обалденно. Все, надо будет сегодня заполнять. Но для начала нам нужно сегодня съездить и поменять колеса. Мы уже записаны сегодня. Ну, типа то, что снег. Хотя на следующей неделе я посмотрю, будет вообще 13 градусов. Я думаю, все растает снова. Но так как у нас липучка, нам пофигу. Уберу все убрала. Сейчас другой снимать. Это комната. А хотя я тарелку оставлю, буду делать. Оп. Эти мелкие. Достать. Хоп. Не, ну здорово, да, получается? Чемодан, хопа, наверх. И все, не мешается вообще ничего. Так. Так, нужно нам сейчас пожрать. Так, вообще нам нужно кушать рыбу. То с рыбой может испортиться. Так, суп у нас. Конечно, он такой, знаете, кашеобразный. Но ничего, волшебный разводяж спасет любой суп. Записывайте рецепт. Кладем концентрат супа в кастрюльку. Так, вот так трясь. Ну, здесь на пару раз осталось. Много. Вот это. Из этого концентрата еще завтра сделаю. Так, немножко. Не хочу сейчас много супа. Делаю бутербродики. Это назад. Как всегда у нас на неделю супа. У меня все рассчитано на 2 миллиметра. Так, зажигаем. Оп. И берем водички. Немножко. Так вот. Оп. Льем. До правильной консистенции. Так, теперь все это дело перемешиваю. И даю прокипеть. Нормально все.
Что я говорила, Вован передержал эту перловку, и поэтому получился очень густой. Весь бульон обыхлебала, вытащила, поэтому как-то так. О, какая красота в комнате получается, мне вообще нравится. Наконец-то у нас эта комната станет обитаемой. Потому что мы, в принципе, практически ей не пользовались. Только там, знаете, как распаковки. Постоянно нас ругали, у вас там как склад. Да, у нас там склад, но теперь он будет организован. Будет очень красивый складик. Так, ладно. Надо взять бутербродики. Бутерброд. Бросится мне в рот. И чай поставить, пока не забыла. Так, надо воду заказать. У меня плечо так болит? Могу. Замучилась. Вот так зима пришла. Незаметно. 27 октября. Незаметно пришла зима. Вот, бросила сейчас вот постельное белье стираться с отбеливателем. Час двадцать. Там с отбеливателем, там при 95 градусов. Оно с белое белье. На нем, конечно, прям вообще очень видно все, грязь всю. Добавила там всякие окислители, там очистители. Фигню. Чтобы прям это прокипело. Так сказать. Вов, у нас села эта штучка. Зарядку надо поставить. Сейчас даже их налью. Вов, слышишь, что? У нас это села, фигня. Так. Вчера купили очень вкусный паштет. Паштет из утиной печени. Ну, какой-то спарик. У них такие здоровые, такие... Не знаю, как назвать-то формы. Вот. У них там вот паштет вкусный. Такой. Был с брусникой, по-моему, был с апельсином. Мы взяли обычный классический. Мусс. Мусс из утиной печени. Блин, капец вообще дорогой. По 2799 рублей за килограмм. Мы взяли 200 грамм. Сейчас вот так, немножко на бутербродики. Да, цены, конечно, сейчас станок не удержишь. Так. У меня есть хлебушек очень вкусный. Оп, белый. Батончик. Это батончик, который очень любит колики. Теперь мы его полюбили тоже. Спарочки. Мягкий, вкусный. Everybody. Hello. Так он пахнет. Обалденно пахнет. Шикарная вещь. Дорогая, но вкусная. Но вкусная. Так, сейчас надо хлеба нарезать. Хорошо режется. Хорошо. Но... Надо было, конечно, у них там нарезать. Этой штучки, которая режет хлеб. Так. Everybody. Осталось сегодня прекрасно спать. Знаете, сколько спала? 10 часов. 10 часов я сегодня спала. Вчера 3, сегодня 10. Компенсировала. Так, 3, 4, 5, 6. Ай, крошится. Ой, крошится. Ой, крошится. Вкусно. Сейчас сделаем бутерброды. Колбаски. Супчиком, чаечком. Пирог есть вкусный. Все домашнее, все встаем. Кажу вкусно. Так. Так выспалась вообще. Просто по кайфу. Не, все-таки, знаете, высыпаться прям надо. Сегодня спала. Встала, сходила в одно место, попила водички. Снова спать легла. Еще на 3 часа провалилась. Будильник поставила. Проснулась даже раньше будильника. А вчера что-то рано так. Вчера только сели. Похурме сожрали. Вот этот мягкий, вкусный. А вот. Сели.
И все. И заснули. Практически оба. Две серии посмотрели. Только. И спать. Паштетик. Не экономим. Что нам экономить? Что если надо кушать? Вкусно. Не надо кушать. Пока он свеженький, вкусненький. Да-да-да-да. Yeah. Everybody. Вкусно. Да, плотная текстура. Утина опять же. Я говорю, фогра что ли? Нет. Это утина. Фогра у нас из гусиной печени делается. Валчи рассказывал. Вот, гусиная печень не так готовится. Я говорю, ладно. Я поняла. Бля. Я поняла. Оп. Оп. Че, как ваши дела? У нас все хорошо. У нас, как всегда, все хорошо. У нас все замечательно. Многие люди бесят, что у нас все хорошо, но нет. У нас все хорошо. Прикиньте. Что мы живем своей жизнью. Мы наслаждаемся каждым днем. И нам пофигу, кто что думает. Вот. О, красота. Так, ладно, все, можно убрать этот. Так, это еще поедим. А завтра. А сейчас в ванную-то еще хреновину положить, колбасочки, сырочки. Everybody, please, rock your body. Так, у меня супчик уже закипел. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Очень мне нравится эта песенка. Очень мне нравится эта песенка. Все проблемы, как говорится, у нас в голове. Все проблемы в голове. Надо радоваться каждому дню. Я, например, наслаждаюсь каждым днем. Все. Встала, живая, здоровая. Где-то что-то болит, знаешь, живая. Значит, что крыхчу. Копчу. Так сказать. Все хорошо. Ну, что-то прифиговый этот мусс. Размазывается. Фигово размазывается мусс. Батончик. Что-нибудь скажет. Так его не едят. Надо туда, надо сюда, надо какие-нибудь крекеры его туда положить. Он кладется по чуть-чуть, а не такими кусками, как ты кладешь. Как же люди любят всех учить, я прям удивляюсь. Вообще. Вот учить. По-моему, учителя одни. Так не так, так не так. А я так хочу. Everybody, yeah, like your body. Everybody dance. Наливаем чай. Надеюсь, кипяточка хватит. Оба. Хватило. Супер. Так, завтра надо воду заказать обязательно. Так, чай у нас есть. Бутербродики. Пока выключу, чтобы не кипело. Хоть еще выключаю. У меня газ все равно. Не по шовчику. Кстати, посчитала тогда газ. Вот если, например, устанавливать счетчик, понимаете, получается невыгодно. Потому что пока у вас этот счетчик окупится, курень пройдет. Это вот выгодно, знаете, людям, у которых там, не знаю, газовое отопление, вода, колонка, например. Вот это да, им выгодно. А обычному обывателю вообще нафиг не надо.
Вон, я плачу сколько в месяц? 70 рублей. Ставить за 3 с лишним тысячи счетчик ради того, чтобы, блин, платить там не 70 рублей, а, не знаю, ну пускай 40, 5. Нафиг надо. Нафиг надо. Нафиг надо. Экономика должна быть экономной. А причем, кстати, знаете, я читала это. Его же надо менять также, да? Вот. И фишка в том, что его надо менять раньше, чем он просто тупо окупится. Отсюда вывод. Нафига? Плати по нормативам и все. Следующий жене. Но многие очень любят жить по правилам, которые сами себе в голове придумывают. И учат всех остальных жить по правилам. А я не живу по правилам. Поэтому я всех и бесю, что они не слушают дурные советы. Нет, ну они же думают, что это у них все правильные советы. Я считаю, что это дурные советы. Так, ставим. Как вкусно. Как вкусные какие у нас эти штучки. Ой, ну вообще. Ава, давай. Я его, конечно, уже поняла. Потому что кровать. Все. Надо менять. Все по расписанию. Раз в полгода. Конечно. Меняю кровать раз в полгода, потому что мы грязные. Сейчас там, как всегда, напишут. Та-ра. О, прыс. Все, с утиным мусом. Хотел просто паштет взять. Взял такой. Вкусно. Обалденно. Так, все. Бутербродики есть. Сейчас что, на колбаску положить? Вчера вкусную такую колбаску купили. Ветчина и этот, шейк. Та-да-да-да-да. С какой начнем? С обоих. С обеих. Everybody. Yeah. О, знаешь, как здорово, когда выспишься. Вообще, голова светлая, ясная. Светлая, ясная, жизнь прекрасная. Так, раз. Да, вас. Трис. Так, три кусочка хватит. Ща пожрём, сделаем дела. Надо сегодня ещё в экспресс зайти. Хочу купить вешалки и хочу купить пакеты. Побольше прямо взять. Которые вот это вот упаковочные. Точнее вакуумные. Вот туда можно позапихать всё лишнее. И всё. Вообще, на самом деле, знаете, эти вакуумные пакеты прям вообще классная вещь. От пыли, от клещей, от всей вот этой херни. Лежат. Можно хоть на пол класть. Все. С одеждой ничего не будет. У меня там снизу полки. Я вот хочу сейчас разобраться. Те вещи, которые у нас там, у нас раньше были в диване. Вот. Хочу убрать туда вниз. Там одна полочка у меня как есть. Одна у меня под обувь в тетрис сложился. Всякие эти коробочки. Вторая. Другое место. Так что вот это вот. Найду порядок. Систематизирую все. Систематизирую. Была красота. И лепота. Парочку кусочку. Не обожраться. Оп. Это себя. За вредный. Шеечка. Вкусно. Вкусно. Вкусно, 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 вкусно. Жирочком у себя. Руками жирненькими. Чтобы кожа была свежая и прекрасная. Так. Все. Надо убрать тоже. Человек у меня заваривается. Так, у меня что там пирог. Я хотел пирог. Сладкий. С вишней взяла. Вчера спарю. Там пишут,
Ой, говоришь все свое домашнее. Типа у тебя пирог покупной, колбаса, там туда-сюда. Ребят, я живу в 21 веке. Нету смысла готовить все самой. Когда есть люди, специально этому обученные, а вот готовят все как надо. Я не понимаю, какой смысл? Они отлично готовят. Я прекрасно бешу вас. Каждый занимается своим делом. Так что все отлично. Каждый должен заниматься своим делом. Везде. Каждый человек находит свое дело. Хейтер живет моей жизнью. Повар печет пироги. Я бешу вас. Так что все отлично. Все на своих местах. Меня постоянно учите, а я не хочу учиться. В общем, все как всегда. Пирожок так просит, а не врет. Оп. Ой, какой вкусный. С сушенкой. Супер. Классно они там пекут. Ой, знаете, стоит он? Сколько? 100 рублей. 120 рублей. Какой смысл мне ради одного пирога ставить тесто, заводить начинку и прочее. Нафига? Я съела пирог, забыла. Нафиг мне вот этот вот огромный, блин, этот пироги. Ставить тесто. Бам, жопу. Если вы там делаете одним пирогами, потом пытаетесь. Ну, не надо. Я люблю разнообразную пищу. У нас еда-кофта раз, да, два. Так что вот. В общем, поучайте своих поучат. Меня жизни учить не надо. Спасибо. Мне 38 годиков. Как-нибудь сама разберусь. Дожила до 38 лет. Как говорится, не скурилась, не спилась. Не все не продала, не сбомжевалась. Вот. Езжу, путешествую, обустраиваю свою квартиру. Живу отлично. С мужем. Прошу заметить, не с кошками. Так что... Все хорошо. Так что учите своих поучат. Если уж дожила, то дожила. А уж хорошо ли, плохо ли, там рассудят. Не вам судить. Все, увидимся. Пока-пока.